Здравствуйте, уважаемые зрители. Я сертифицированный инструктор по йоге. Зовут меня Якимечко Богдан. В бывшем я проектировщик. Работал в области строительства и проектирования 4 года. На этапе своей работы в проектировании столкнулся с следующей задачей. Во второй половине дня я испытывал сонливость, чувство сложности начатия рабочего процесса. И собраться было крайне сложно, потому что задачи стояли достаточно большие и объемные. И в этот период я решил этот вопрос для себя следующим образом. Я посмотрел, как делают это знаменитые люди, например, Стив Джобс, многие люди бизнеса, не только за рубежом, но и у нас в России. И решение было следующим. Это сосредоточение, так называемая медитация. Смысл заключается в следующем. На протяжении рабочего дня, когда мы работаем, наше сознание раздергивается на большое количество задач. И чтобы решить этот вопрос, нужно его собрать воедино. Чтобы собрать воедино, достаточно простая концентрация. Упражнение выглядит следующим образом. Достаточно занять удобное положение с прямой спиной. Если вы находитесь на рабочем месте, можно просто облокотиться на спинку стула. И в течение 5-10 минут попробуйте наблюдать за каким-то сигналом, который идет от тела. Например, дыхание. Можно дышать носом и животом, при этом следить, чтобы грудная клетка не двигалась. Про себя повторяем звук ОМ, к примеру. И выглядит это следующим образом. Через 5-10 минут вы будете как будто бы заново рожденные. Практика очень эффективная, поэтому рекомендую включать это в свой ежедневный рабочий график. До встречи!